Товарищество с ограниченной ответственностью «Полтавское» – одно из крупнейших предприятий Каинского района. Трудится там около 150 человек. Среди них и Евгений Безвинный. Вот уже 33 года мужчина работает на хозяйстве. С человеком труда познакомилась наша съемочная группа. Евгений Безвинный – уроженец села Полтавка. В товариществе «Полтавское» работать начал после окончания учебы в школе. Его отец трудился на предприятии механизатором, а Евгений освоил профессию токаря. С тех пор прошло 33 года. Токарные работы, что возможно на этих станках делать, делаем. Где-то реставрируем, где-то новые детали точим. Тонкости своей профессии Евгений Григорьевич узнал от отца и коллег. Отмечает, что специальность трудная, но надежная, а также необходимая для сельского хозяйства. Ничуть не жалеет о своем выборе. Это жизнь моя, можно сказать, я уже 33 года токарем. Это я уже тут как прирос, можно сказать. Это жизнь моя, моя деревня, все. Хочется, чтобы она как-то преобразовалась. На сегодняшний день в товариществе «Полтавское» трудятся около 150 человек. Предприятие создает все условия для своих работников, строит дома, ремонтирует внутрипоселковые дороги, участвует в решении и других социальных вопросов села. Тамерлан Тлеубаев, Майгуль Сейльбек, Анатолий Беланок, служба новостей.